Пока одни тут убаюкиваются возле костра, другие катают вот эти канализационные кольца, чтобы они не мешали. Они мешали только что для того, что оп, надо выкапывать. Что ж там надо выкапывать? Нам надо выкапывать на уровень этого колодца, на низа, чтобы впихнуть вот эту большую трубу, впихнуть под колодец. Поэтому, наверное, здесь стесывать придется, деваться некуда. Еще где-то сантиметров 30, иначе просто обрушится, я там не смогу ничего делать. То есть хорошо еще вывозить надо, то есть все то есть и то есть. А то есть получается в том, что этот песок придется вывозить, чтобы потом отсюда опять сюда кидать. Ну, поставил он муфту. Смотри, как Леха лезет. Греться хочет. Ладно, пора шашлыки и отдыхать.